Еще раз здравствуйте. Мы вернулись после нашего небольшого перерыва. И, как я обещал, у меня в гостях Даниил Хабаров, наш суперстирус-менеджер Мэн. Дань, ну, может, чуть-чуть буквально вкратце расскажешь себе, чем ты занимаешься, на чем специализируешься. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Даниил Хабаров. Собственно, занимаюсь я... Моя первоначальная технология была Data Protection Manager, про которую я тоже могу чуть-чуть рассказать, да. И, ну, уже вот сколько, года полтора я занимаюсь сервис-менеджером заодно. То есть, заодно? Ну, окей. Да, представляю его интересы в мире российского Microsoft PFE. Собственно, чиним его в основном мы. Мы его как бы не настраиваем, не рассказываем про красивости, а только чиним. Поэтому у меня более практически приземленные вопросы. Ну, а чините вы его, потому что кто-то best practice не соблюдает? В основном, да. А, ну. То есть, поэтому не стыдно это говорить. Да, мне просто было очень важно это узнать, неужели настолько все плохо, но слава богу, что нет. Итак, коллеги, у нас сейчас с вами презентация будет построена, точнее, следующий доклад таким образом, что я немножечко расскажу буквально про оркестратор, какую он роль выполняет вообще в стеке System Center, да, то есть про автоматизацию. Но поскольку это имеет непосредственно связь с сервис-менеджером, то мы быстро и плавно, практически без остановок, перейдем к Данилу, который расскажет нам, собственно, и про сервис-менеджер, и покажет, наверное, что-нибудь интересное. Да, я тоже на это надеюсь. Окей, ну что ж, коллеги, теперь мы с вами говорим про автоматизацию, и когда мы с вами подразумеваем автоматизацию какого-либо процесса, здесь возникает всегда очень такой тонкий момент. Как мы уже сегодня обсуждали с Артемом, то фактически смысл автоматизации заключается в том, чтобы, во-первых, устранить человеческую ошибку ввиду того, что мы описываем какой-либо процесс. Ну, как правило, его выполняет человек. Если его выполняет постоянно руками, то вероятность того, что рано или поздно человек ошибется, она достаточно высокая. Во-вторых, человек может делать процесс достаточно долго, и с точки зрения экономии времени и ресурсов это не очень эффективно. Поэтому, когда мы говорим, что мы используем автоматизацию, мы повышаем качество нашего сервиса за счет стандартизации, за счет того, что мы описываем определенную стандартную модель развертывания сервиса, допустим, там, скопировать файл с шары на локальный диск, запустить с такими-то правами, с таким-то ключом. Это как пример тех действий, которые могут происходить. Второй момент заключается в том, что, конечно же, с точки зрения и систем-центра, и частного облака, все, опять-таки, направлено на приложение, на сервис, который потребляет конечный клиент. Поэтому под автоматизацией мы, скорее всего, подразумеваем процесс самообслуживания. То есть мы подразумеваем автоматизацию процесса развертывания виртуальной машины или набора виртуальных машин, которые образуют единый сервис, их коммутации с точки зрения виртуальной, их настройки, их взаимодействие. И когда клиент заходит на портал самообслуживания, примером которого может быть либо сервис-менеджер, либо в более частном случае App-контроллер, когда мы говорим исключительно про VMM и про Windows Azure, в общем, про облака, мы используем автоматизацию в том числе для того, чтобы получить сервис. То есть у нас есть процессы, которые возникают, и системы, которые получаются в результате тех процессов, которые мы с вами запускаем. Ну, под системами мы подразумеваем в данном случае приложение. Но в принципе автоматизировать можно что угодно. Как Даня не даст мне соврать, наверное, сервис-менеджер в принципе очень можно смело назвать решением для ITSM, для IT-сервис-менеджмента. Безусловно. Но мы об этом поговорим чуть позже, да. Потому что тут вопрос очень сложный, и я прямо всегда беру дополнительное время объяснить, что же такое сервис-менеджер. Ну да, но если быть кратким с точки зрения облака, то методология ITSM существует, в общем, достаточно давно, а ITIL там уже лет 30 или 40 существует. Ну, он уже вот в пятой версии. Да, уже даже в пятой. Вот. Ты не забывай, мы говорим не про ITIL больше, а про Microsoft Operations Framework, конечно же. Вот, кстати, применяют его у нас в России. Ну, между ними разница, собственно, не сильно большая. Принципиальный вопрос в подходах, то, что MOV ориентирован исключительно на
Microsoft продукту. То есть в этом по большому счету и вся разница. Вся разница. Ну, то да. есть в некоторых моментах есть расхождение в терминологии, но фактически они дублируют. То есть концепт не сильно отличается. Ну, концепция всегда одна и та же. То, что у тебя должен быть процесс на любое совершенно желание. Вот и все. Ну да. Ну что ж, к ITSM мы вернемся и давайте более подробно рассмотрим, что мы подразумеваем под доставкой из сервисов и автоматизацией этих процессов. В принципе, те, кто знакомы с методологиями IT-менеджмента, процессного подхода, сейчас обнаружат достаточно много знакомых для себя вещей. Ну, во-первых, нужно управлять нам релизами наших сервисов приложений, поскольку сервис может обновляться, может меняться, у него, соответственно, могут быть разные версии релиза, когда мы их публикуем. Поэтому управление релизами сервисов также очень важный момент, который включен в автоматизацию. Управление изменениями – это, скажем так, немного напоминает управление релизами, но на более низком уровне. Самообслуживание – это мы уже с вами обсудили, когда пользователь может через веб-портал сам развернуть себе сервис из готового набора списка, который для него предоставлен. Управление операциями, управление инцидентами. То есть, в принципе, мы видим с вами стандартный ITSM. Однако сердцем любой системы такого класса является база данных, которая содержит все объекты об инфраструктуре, о приложениях, о рабочих элементах, о конфигурационных элементах, как вы видите, термины достаточно знакомы, или CMDB, Configuration Management Database. Смысл заключается в том, что и каталог услуг, и описание рабочих потоков, и шаблонов, и прочих данных, которые мы собираем с вами о сервисах, хранятся в этой базе. Поэтому все операции автоматизации, которые мы с вами подразумеваем, мы имеем в виду, что мы через оркестратор обращаемся к базе CMDB сервис-менеджера, и по аналогии, может быть, в какой-то степени с большими данными, только они не очень большие, обращаемся определенным уровнем, образом с элементами из нашей базы и можем производить над ними определенные действия. В принципе, мы можем автоматизировать процесс развертывания виртуальной машины. И по завершении этого процесса мы можем настроить отчет, который будет уходить либо пуш-уведомлениями на мобильный телефон, либо электронными сообщениями на почту, либо будут также появляться на сервис-менеджмент-портале в свойствах учетной записи пользователя. Ну и понятное дело, что вся эта информация также будет храниться в отдельной базе данных, которая будет предназначена для отчетности. Ну и когда мы говорим с вами про интеграцию, естественно, мы интегрируемся со всеми компонентами System Center, для этого есть специальные коннекторы. Естественно, мы используем службу каталогов Active Directory, простите, как инструмент для работы и с объектами базы, которые также наносятся, и с пользователями, которые работают с нашими с вами и процессами, и приложениями. Ну и, в принципе, никто не запрещает вам с помощью пакетов интеграции, если мы говорим про оркестратор, расширить функционал нашей с вами системы вообще за пределами, в том числе и продуктов Microsoft. То есть можно интегрировать промышленные системы хранения данных, можно интегрировать свичи промышленные. И если мы знаем процесс, мы можем его описать, мы можем все эти вещи автоматизировать через рабочий поток и тем самым получать достаточно эффективно совершенно разные сложные конфигурации, как локального характера, так и публичного и гибридного, если мы говорим про модели облаков. Что очень важно понимать, когда мы говорим с вами про развертывание доставки сервисов? Ну, во-первых, стандартизация, тот момент, который я уже отметил. Моменты, которые следует запомнить. Стандартизация приводит к тому, что мы гарантированно знаем результат, который возникает из процесса, который происходит, да, из рабочего потока. Мы знаем, что сколько он времени может занять. И, в принципе, это основные моменты, которые стандартизация подразумевает. Самообслуживание. Мы не тратим время нашего уважаемого системного администратора. Самообслуживание может происходить в разных форматах. Оно может происходить с точки зрения взаимодействия с системным администратором, отправляя ему уведомления о создании сервиса, об его утверждении, точнее, если утверждение приходит, то сервис разворачивается, либо нет, либо мы можем сделать сервис разворачиваемым таким образом, что он не требует одобрения от администратора и автоматически при создании заявки будет удовлетворен.
Очень важно понимать, что с точки зрения того, как у нас с вами вот есть предложения, есть запросы, есть на самом деле стандартные достаточно операции, которые, я думаю, Даня подробнее расскажет, да, создание запросов, сервисов и приложений, да, то есть что у нас в сервис-менеджере происходит. Вот. Сервис-менеджер – это не какой-то сферический конь в вакууме, который делает что-то неизвестное тебе и неизвестное нашим глубоко уважаемым слушателям. Проблема в том, что сервис-менеджер, он работает только по воле того, кто его настраивал. И вот как мыслил тот человек, который его настраивал, вот мы с этим иногда сталкиваемся, со сложностями именно этого. Безусловно, существуют совершенно конкретно описанные процессы. И эти процессы, они очень четко обозначены, как ты правильно сказал, это инцидент менеджмент, change менеджмент, то есть эти все вещи, они говорены уже давным-давно и много лет назад. Но, к сожалению, очень часто их начинают изобретать заново. А вот последствия, они как раз... велосипед вот эти не вот, едет. Ну да, вот эти вот красивые слайды превращаются в мою работу. Теперь вы понимаете, как тяжело быть по FE, особенно по сервис-менеджеру. Да, коллеги очень бурно тут реагируют, но вам этого не слышно. Ха-ха-ха, завидуйте. Но аккуратненько. Да, действительно, не буду забегать вперед. Даня, наверное, про все это расскажет впереди. Но что самое интересное, когда мы говорим про интеграцию коннекторов, то есть с какими именно продуктами и как интегрируется, в том числе оркестратор, а оркестратор исполняет, опять-таки напомню, роль именно того маленького, кропотливого, рутинового, скажем так, чернорабочего, который собирает последовательность всех действий и исполняет. То есть, в принципе, вот он самый трудяга. Ну, конечно, понятное дело, что архитектор процесса еще больше трудяга, потому что он процесс опишет, напишет, протестирует пару ночей без сна, и с валидолом бывает, что даже так. Но, в конце концов, результат оправдывает средства. Я надеюсь, что это не одноразовый сервис, а реально регулярно используемый. Сложный это вопрос, потому что пока что, ну, по крайней мере, с чем я сталкиваюсь, то, что успешных, как минимум, внедрений таких больших оркестраторов я не очень много видел. То есть, чтобы прям там все работало, как вот ты описываешь это красиво. Да, но вот исходя из твоего опыта, вот какие в основном были сценарии, кейсы для внедрения оркестратора, вот какие задачи закрывались? Ну, есть... Я просто боюсь как бы не болтнуть чего лишнего, потому что мы же подписываем соглашения всякие. А ты абстрактно, эфемерно. Абстрактно, эфемерно. Ну, вот самый, наверное, классный такой большой кейс, которым хвастались, это закрытие в неком банке банковского дня с помощью оркестратора. То есть, если вы представляете, что это очень ответственная, как вы понимаете, операция, то есть это закрытие там всех транзакций, там прочее. Ну, мне кажется, кто узнает, о ком я говорю, то есть те у них лично спросят, а больше я распространяться не буду. Коллеги, если вы икаете в эфире, точнее, пока слушаете, мы знаем, кто вы. Окей. Нет, суть в том, что это рабочее. Вот это вот, это работает, я вот к чему. Нет, в этом сомнений никаких нет. И работает оно, наверное, отлично в связке с Configurations Manager, с Operations, но без Active Directory мы никуда не денемся. Ну и Virtual Machine Manager также без него мы никуда не денемся. Ну, не буду, коллеги, лишний раз перечислять те вещи, которые написаны у меня на слайде, потому что вы их, наверное, и так прочитали. Когда мы говорим с вами про шаблоны, то мы подразумеваем, Вот это вот я буду про это рассказывать. Окей. Я вот прям вот честно тебе могу сказать, чтобы ты времени не тратил. Окей, тогда мы запоминаем, как это выглядит в оркестраторе и смотрим. Это не оркестратор. Ой, простите, в сервис-менеджере, да. Ой-ой-ой-ой. Ничего страшного. Да, день бешеный. Предложения, запросы, по которым Даня тоже сейчас нам расскажет. Ну и в принципе, когда мы говорим про оркестратор,
в частности, и про его расширяемость. Мы также говорим то, что действительно за счет IP Integration Packs, пакетов интеграции, мы можем расширить функционал оркестратора за пределы Microsoft. Как вы видите, у нас есть плагины от IBM Tivoli, от HP для работы с их софтверными и аппаратными платформами. Мы можем, кстати, точно так же автоматизировать работу с Windows Azure, тем самым задействовать гибридный сценарий как с точки зрения рабочих потоков, так и с точки зрения сервисов, которые возникают в результате этих потоков. Безусловно, безусловно. Ну, на самом деле, у нас слайды очень похожи, я это так назову. Поэтому я... С твоего позволения, мог бы уже начать как-то комментировать все это, да, если да. ты не против. То есть прям даже не переключаясь. Не переключаясь, окей. Пока что вот так вот мы можем чуть-чуть поговорить про окей. это. Окей, хорошо. Вот отмотай чуть-чуть назад, вот на красоту там всякую разную. Можно еще чуть-чуть назад. Да. И вот теперь, значит, мы, собственно, давайте в принципе абстрагируемся. Вот тут мы остановились на шаблоны. Шаблоны. Здесь приведен красивый скрин именно из сервис-менеджера. Значит, ну, давайте вот в принципе я объясню, что такое сервис-менеджер. Потому что это за зверь, все, в общем-то, так на словах представляют. На словах. Но на деле это гораздо более интересно. Ну, пункт первый. То, что сервис-менеджер, вот исторически, чтобы понимали, откуда это взялось и что это за зверь. Давным-давно, в незапамятные времена, в далекой-далекой галактике был сделан MOM, Microsoft Operations Manager. Отличный был сервер, который работал и впоследствии переименовался в SCOM. Значит, в красивой версии он вышел в 2007 году, вот в текущем, да? Там было несколько релизов, до сих пор эксплуатируется. Отличный продукт. Так вот, в 2005 году, как раз перед тем, как появился бы SCOM, на рынке появилась в рамках бета-версии Microsoft Service Desk, по-моему, называлась. Версия 2000, да. То ли 2005, то ли 2006. Удивительность его состоит в том, что он просидел на рынке 5 лет и не выходил из бета за это время. Ну, это приблизительно как, наверное, быть в коме все это время. То есть он там был, продукт был абсолютно написанный с нуля. То есть вот совершенно. И поэтому, наверное, была одна из сложностей, почему он вот такой вот. Насколько я знаю, там очень много людей в команде поменялось за это время. И вот, в какой-то момент неожиданно сервис-деск коллапсирует вот так вот. И вместо на его месте появляется сервис-менеджер. И сразу версия 2010, чтобы никому там повадно не было. Все удивились, как же так, а секрет оказался прост. До этого историческая сводка нам говорит о том, что был SCOM. И в конечном итоге команда сервис-менеджера взяла SCOM, оставила, вот как он работает с SQL-ной базой данных, там, выбросила оттуда все ненужные менеджмент-паки, вставила новые и, по большому счету, назвала это сервис-менеджер. Собственно, почему платформа SCOM была взята? Потому что SCOM – это крайне гибкий продукт. Он может делать фактически все, что укажешь. И именно в связи с этим сервис-менеджер он вот вынес вот это все то же самое, все те же самые свойства. То есть вы столкнетесь в работе с сервис-менеджером с теми же самыми совершенно. Менеджмент-паками, те же прекрасные XML-ки, запечатанные, незапечатанные, MPB-файлы, все то же самое абсолютно. Ну и как следствие, там, в предыдущих версиях, допустим, 2010, 2012, там были те же самые сервисы, те же самые журналы, что в Operations Manager и прочее, прочее, прочее. То есть вы теперь технически представляете, что это такое. А теперь зачем это нужно? Это гораздо сложнее. Да, зачем нужно было перепиливать Operations Manager во что-то еще? Нет, ну, Operations Manager в том виде, в котором он был, он был сделан только для мониторинга. Для мониторинга, исключительно. Конечно. Задача управления сервисами, она стоит давно и очень настойчиво. Рынок этот очень конкурентен. И Microsoft, на самом деле, совершил, ну, по мнению многих, достаточно спорный шаг, выпустив подобный продукт, но лично мое мнение, то, что такой продукт от Microsoft должен быть как минимум. Потому что это, можно сказать, то, что управление IT-инфраструктурой – это краеугольный камень любой инфраструктуры совершенно. Потому что всегда вы будете сталкиваться с тем, что у вас есть какой-то, ну, условно говоря, пока у вас есть 100 компьютеров, вы никогда не будете задумываться о том, я не знаю, о том, что вводить какой-нибудь процесс управления изменениями. Потому что ты один администратор, ты можешь пробежаться эти 100 компьютеров.
Но на опыте проверено, то что за ночь 100 компьютеров обойти, и это можно сделать. Значит, когда у тебя 1000 компьютеров, у тебя появляется вопрос, а кто же такой нехороший и вот этот вот ключик в реестре поменял? А когда у тебя 10 000 компьютеров, ты понимаешь, что тебе этим всем нужно управлять. И вот тут у нас, собственно, появляется сервис-менеджер как продукт, который будет это все рулить. По сути, он состоит из нескольких компонентов. Угу. Функция номер раз. Ну, ее ставят, наверное, как самое главное, это helpdesk. То есть это продукт, на котором можно реализовать helpdesk. Да, он, может быть, будет не совсем такой, как продукты конкурентов, но тем не менее он будет вполне полнофункциональный. Пункт номер два – это в той или иной форме система управления заявками, то есть ITSM – та самая вещь. На нем можно реализовать разнообразные процессы. Ну, как то – инцидент менеджмент, change менеджмент, релиз менеджмент, в принципе, любой менеджмент, на который у тебя хватит фантазии, еще сверху. То есть, если у тебя руки растут из правильного места, то ты можешь с чистой совестью пойти и написать пару десятков менеджмент-паков, которые тебе полностью перепишут твой сервис-менеджер и сделают из него инструмент, который ты хотел. Ну, это приблизительно как изобрести велосипед. Ну и третье, что тоже очень важный момент, это CNDB, Configuration Management Database. То есть это база данных, которая управляет всеми конфигурационными элементами в вашей организации. В свою очередь, это тоже безмерно круто, потому что именно вот в этом отношении сервис-менеджер, он очень силен. Ну, допустим, как пример, я же могу говорить про продукты конкурентов? Конечно, мы очень с уважением к ним относимся. Да, я правильно же. Значит, у нас есть сервис-менеджер, вот как ни странно, такое же название, да? От Hewlett-Packard. Не только от Hewlett-Packard. Да, в прошлом это там OpenView, потом он переименовался. В общем, суть в том, что вещь еще более гибкая, чем переделанный SCOM. Ну, просто потому, что он весь пишется чуть ли не в текстовых файлах. Там неимоверная куча, по сути, он из себя представляет огромный архив скриптов. Талмуд. Которые запускаются где-то и по какому-то магическому расписанию работают. И у них есть прекрасный продукт, который позволяет наполнять CMDB. То есть он собирает с разных мест вашей инфраструктуры, разнообразные в сиквельную базу, да, какие-то данные и отдает вам. Сервис-менеджер может делать почти то же самое в рамках Microsoft и инфраструктуры Microsoft. Тут вообще все прекрасно, ибо у нас есть коннекторы к Configuration Management, Server, Ops Manager, VMM, Active Directory. Это вот что касается у нас только именно штатных средств самого сервис-менеджера. Про расширение с оркестратором мы пока молчим. Так, тактично мы эту тему закрыли. Плюс к этому у нас, кроме наполнения именно конфигурационными элементами, в терминологии у нас, в принципе, существует такая вещь, как work item, то есть рабочие элементы. В русском варианте звучит не очень хорошо. Да. Ровно как и workflow. Ну, вот рабочий поток – это как-то поток мысли просто. Значит, у нас есть еще эти work-айтемы, и у нас есть бесчисленное количество способов обновить их и что-то с ними сделать. Но те же самые к work-айтемам у нас относится инцидент, как сам какой-то элемент, там, запрос на изменения и так далее. То есть все процессы изменения, которые мы производим, это work-айтемы, а configuration-айтемы – это объекты, над которыми мы эти изменения производим, чтобы у нас коллеги не путались между CI, WI вот этим. Да. То есть, в общем, в целом, подводя как бы итог того, что же такое сервис-менеджер, что это за зверь, это такой универсальный комбайн, который может сказать, что в вашей организации должно быть, что в ней происходит сейчас и что до этого было. Потому что также он обладает прекрасным функционалом репортинга. Для этого ставится огромный отдельный сервер, которому с помощью анализа сервера и Excel мы подключаем и делаем прекрасные отчеты для наших глубоко уважаемых менеджеров. Это Warehouse BI, который функционал. Ну, по сути, да. Ну, Data Warehouse. Да, да. Там Data Warehouse, точно. Собственно, вот. Значит, второй момент, про который вот хочется сказать. Не, пока что мы ничего не трогаем, мы смотрим один нудный слайд. Окей.
Значит, второй момент, про который, наверное, имеет смысл сказать, это все-таки оркестратор. Сервис-менеджер очень интересно работает с оркестратором, как с продуктом. Угу. Он с ним работает в двустороннем порядке. То есть сервис-менеджер посредством оркестратора знает об успешности выполнения той или иной задачи. И именно поэтому он может ставить реальные статусы каждого из заданий по итогам выполнения той или иной работы. То есть если она не была выполнена, в сервис-менеджере эта работа не будет выполнена. То есть пока ранбук не закончит работу, сервис-менеджер... Тут не просто он... Ранбук, он должен отработать. Да. Если, когда он заканчивает, он отправляет статус. Угу. Вы это можете реализовать подобный функционал, понятное дело, в рамках самого ранбука. Там, пусть он письмо отправляет тому, кто это делал. А может, собственно, сервис-менеджер отдать отчет по этому поводу, и тогда сервис-менеджер сам уже отправит какое-то письмо. Но, опять же, в рамках того, что вы настроите. Да, конечно. Но самый, наверное, смак во всей этой истории, то, что вы можете расширять свой Configuration Manager, Management базу данных с помощью именно оркестратора. То есть уже существует набор Integration паков для оркестратора, чтобы он мог через себя отдавать в сервис-менеджер. Как сложная, да, такая цепочка? Да, как-то... аналогичных... Не враждебных. Из аналогичных продуктов, да, то есть те же самые BMC, Remedy, все уже имеют integration паки. То есть должен я, наверное, сказать это следующим образом. То есть если вы не хотите отказываться от BMC, вы можете использовать сервис-менеджер и BMC параллельно. Создайте себе приключения сами. У тебя, кстати, был опыт вот реальный с такими вот... Только спрашивали. Я этому рад пока что, честно. Окей. Потому что оркестратор моя непрофильная тема, поэтому я с ним знаком постольку-поскольку. И, увы и ах, мне в рамках работы с сервис-менеджером мне приходится работать фактически со всеми продуктами. Мы чуть позже покажем уважаемым зрителям и слушателям, тот, кто нас не смотрит, а только слушает. А зря. Да. А зря. Собственно, что у меня тут за зверь-инфраструктура, но у меня реально постоянно работают, ну, порядка там 8-9 серверов на моем маленьком лэптопе. Дань, а вот такой вот вопрос по ходу дела не возник. А скажи, пожалуйста, вот ты можешь вот сходу там, ну, одну-два буквально каких-нибудь там действительно значимых изменений в R2 по сравнению с 2012 назвать? У тебя очень хороший вопрос, и я от него пытался, как ты понимаешь, избежать. Потому что я бы, наверное, с этого начал. Но ты задал его правильно. Это был только багфиксинг. Я могу сказать, какие у DPM были изменения. Ну, DPM, к сожалению, не рассматривается у нас сегодня в докладе, в принципе, как Configurations Manager, но Configuration вообще особняком, и Private Cloud у нас не относится по концепции. Да, он у нас отдельно стоит. Так, что... То есть, реально говоря, я просто, если там кто не расслышал и не понял, дело в том, что сервис-менеджер, по сути, ни в SP1 каких-то принципиальных нововведений по сравнению с 12-й версией, ни в R2 их нету. Сейчас мы имеем ситуацию, что сервис-менеджер становится просто реально стабильнее и стабильнее. Я просто не хочу лукавить, и поэтому я скажу честно. Те люди, которые внедрили себе 10-ю версию, они герои. Потому что изначально все это было не очень хорошо. Ну, правда, не очень хорошо. Но сейчас продукт реально стабильно работает. То есть я не помню уже, когда последний раз я приходил и пытался чинить перформанс, тюнить или что-то вроде этого. Если вы сейчас сделали это вот как написано, степ-бай-степ, любой мануал совершенно, оно будет работать и будет работать нормально. Главное, чтобы вы скейлинг просто нормально провели, и все будет вам счастье. Ну, коллеги, видите, мы честные, откровенные, прямо вам заявляем, что где-то бывает нам делать почти нечего. Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, тяжело придумать расширение технической функции сервис-менеджера и оркестратора, при том, что они, в принципе, и так очень открыты и подразумевают расширяемость сторонними компонентами. То есть свою функцию они выполняют замечательно. Это так.
Ну, я просто, наверное, как пример приведу, который вот очень часто спрашивают. То есть мы и параллельно, мы чуть-чуть так двинемся вперед. Да, конечно. Дело в том, что ты заговорил очень правильно про самообслуживание. У меня, например, в голове, в принципе, IT-сервис выглядит как самообслуживание в первую очередь. Это ни в коей мере там не какой-то начальник, который сидит и дает распоряжение, да, то, что этому можно, этому нельзя. Разговор идет о том, что каждый пользователь, кто я, тварь дрожащая, да, или человек, он имеет право зайти, условно говоря, на некий абстрактный портал и заказать себе какую-то IT-услугу. Другой вопрос, разрешено ему или нет. Но это технически больше вопросы. Сам факт этой концепции, он, как вы понимаете, снижает нагрузку с администраторов и переносит ее на пользователей. Пользователи, соответственно, должны иметь недюжинную, скажем так, смекалку, да, для того, чтобы уметь догадаться. Уметь читать. Да, уметь читать. И уметь кликать. В общем-то, больше от них ничего не нужно. Да, да, несколько раз им придется чем-нибудь напечатать. Да, чуть-чуть. И сервис-менеджер, как продукт, ну, релевантный, мы обладаем тоже своего рода self-service-порталом. Так вот, относительно нововведений, которых очень много ждут и постоянно спрашивают, будет ли в сервис-менеджере, как бы это тактично сказать, ну, скажем так, другой веб-портал. Ага. Просто специфика сервис-менеджера для тех, кто не знаком с этим продуктом совершенно. Мы сейчас, не думайте, я сейчас много только разговариваю, потом я буду много показывать. Много показывать. Да. Сервис-менеджер обладает порталом, основанным, никакого сарказма, на SharePoint и с внутри встроенным Silverlight-овским плагином. Ну, по факту, да, так и есть. Да. Что уж там. Да. И производительность этого решения не очень устраивает некоторых заказчиков, скажем так. Окей. Именно поэтому существует на рынке достаточно большое количество партнеров, которые выпускают аналогичные решения, написанные только в HTML, допустим. Ну, плюс-минус. И ответ наш такой. То, что... Если вас не устраивает, используйте решение партнера. Но на самом деле вы сами можете все там переписать. Там все не то, что да, просто. Да, станьте партнером сами. Да. Вот то изменение, пожалуй, то, что вот одно из таких глобальных. Угу. Ну, потому что меня как инженера, например, очень сильно напрягает. Вот этот портал, я честно скажу. Но сделать, пожалуй, что мы ничего не можем, кроме кастомизации. Не, ну, в принципе, в общем, в прошлогоднем отчете Гартнер, когда наше облако анализировали, вообще сказали, что вот один из таких недостатков, которые аналитики выявили, то, что у нас, в принципе, отсутствует единая веб-консоль для всех наших инструментов. И, насколько я знаю, пока BR2 этого нету, но мы, как я понимаю, работаем над тем, что у нас через какое-то время, я не могу сказать, в следующей версии, не в следующей, но... В конце концов, появится единая веб-консоль для всех продуктов, рано или поздно. Ну, тут нужно сказать, мы об этом мечтаем, да? Ну, и мы и мечтаем, но я думаю, что никуда мы от этого не денемся. Ну. Не, ну, безусловно, какой-то элемент унификации, он прослеживается совершенно везде. Так, ну, для того, чтобы понять, что вы видели в течение минут 15, пока мы разговаривали, да, вы видели форму шаблона, которую с которой можно что-то делать. А сейчас вы наблюдаете, собственно... Само предложение, запрос, так называемый request offering. К чему все это? К тому, что давайте опять же отойдем на шаг назад и будем чуть-чуть говорить за ITSM, IT и прочее. Дело в том, что я уже не знаю, насколько это прописано в самом IT, то есть все подобные вещи там существуют, то есть request offering, service request, ну, да. Это все нормальные и шаблоны, соответственно, тоже. Но идеологически в сервис-менеджере реализация достаточно специфичная. Объясню, в чем дело. Дело в том, что продукт он обладает огромным потенциалом, и сделать вы можете фактически все, что угодно. Есть очень тонкий момент тут. Вы это должны уметь сделать и понять, как это делать. Вот конкретно сейчас то, что показывается у Гоши на экране, это одна из форм, в рамках которых вы можете создать, внимание, услугу, которую вы сможете предлагать через сервис-каталог. Сервис-каталог, ну, если вы взрослая IT-организация, может быть, не очень IT, но которая имеет представление в IT или МОФИ, у вас она обязательно должна быть
должна быть как класс. Ну а в принципе-то не подразумевается, что мы к IT привязываемся. Это все справедливо для любой отрасли. Безусловно, безусловно. Но речь идет о том, что просто подобные вещи зачастую начинаются именно в IT. Да, да. Исторически, по крайней мере, это было так. Да. И подобные вещи, вот такие как сервис-каталог, в целом они должны предоставлять пользователю весь список услуг, которые IT-департамент приводит, может предоставить ему. Если вы сомневаетесь, что такое IT-услуга, ну, допустим, если вы хотите, почта – это IT-услуга. Соответственно, на эту IT-услугу накладываются соответствующие расходы и требования. То есть пользователь, условно говоря, заказывая себе почтовый ящик, должен смириться с тем, что его отдел должен за это платить. Да, это, кстати, да. Один из очень важных моментов, который, к сожалению, у нас не понимает бизнес. То есть, если вы имеете представление о подобных структурах, все вещи должны состоять из человека, кто платит, и который берет деньги. Да, и в данном случае клиент внутренний, да, сотрудник, он фактически также потребляет услугу. Абсолютно. Она оказывается, кто-то тратит свое время, ресурсы, занимает место на жестком диске, занимает админ-часы. И это как бы составляет стоимость. Да, 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 да. Которую, в принципе, нужно учитывать, чтобы правильно выстраивать бюджетирование IT-департаментов. Да, ну во внутреннюю услугу. Взрослая организация, ну, взрослые с точки зрения IT-инфраструктур, да, зрелости и инфраструктуры, они уже давно и правильно движутся. Ну, кто-то уже почти пришел, кто-то только движется в направлении того, что IT-департамент чуть ли не выделяется в отдельную организацию, с которой производятся расчеты отдельно. Вот именно подобные вещи, они показывают то, что нужно формировать новые SLA, если знаете, да, Service Level Agreement, да. Да, и прочие вещи. В конечном итоге это, с одной стороны, огромное количество траты времени, средств, но в конечном итоге это приводит только к стабильности всей инфраструктуры. Вот, как-то так. Поэтому, если вдруг вы думаете, то, что IT откуда-то берется бесплатно, ничего подобного, если вдруг кто-то подошел к монитору и увидел это, да, за все нужно платить, к сожалению, правда жизни. И за лицензии систем-центр тоже. Ну, тут у нас все-таки монстрами, пожалуй, является конфиг-менеджер и опс-менеджер. Ну, это да, это да, это точно. Так. Что ж, про интеграцию мы... Ну, чуть-чуть поговорили, да. То есть, еще раз заострю внимание на том, что не только интеграции существуют для... оркестратора, также существуют отдельные пакеты, ну, они не интеграция, они называются менеджмент-паки для сервис-менеджера. И, соответственно, если какой-то функционал вам интересен, но невозможен, да, то есть вы не хотите тратить столько времени и средств на разработку, вы, соответственно, можете их просто купить. Интеграция вам позволит приобрести дополнительный функционал с помощью оркестратора, не более. Ну, да. С другими продуктами. В основном она в рамках сервис-менеджера. Так. Ну да. И, наверное, Дань, давай схематично еще раз напомним про интеграцию оркестратора сервис-менеджера с компонентами систем-центра. То есть, если давай. Мы правильно все помним, то у нас двухсторонний коннектор, да. Как ты сказал, между да. оркестратором и сервис-менеджером. То есть, это прям такие два напарника, которые работают бок о бок вместе. Ну, почти как Bonnie Clyde, да. Да, именно так. Но помимо этого у нас есть другие друзья из пакета System Center, и не только System Center. И, в принципе, получается, что VMM, SCOM, Configuration Manager и служба каталогов Active Directory, они также интегрируются через коннектор Service Manager. Да. Оркестратор, в свою очередь, работает с потоками и нагрузками Microsoft или может быть расширен за счет сторонних инструментов. Помимо этого, мы также можем подключить к оркестратору управление Azure, если нам это необходимо, и можем, в принципе, практически любыми нашими нагрузками работать через оркестратор, ну, я имею в виду Microsoft. Ну, вполне возможно, я, наверное, соглашусь скорее, чем нет. Ну да, было бы странно, если бы он не работал. И дальнейшая у нас интеграция происходит в результате рабочего потока, workflow, если он написан, что у нас по завершении или неудачному завершении приходит уведомление через Exchange, причем я понимаю, что... О, нет.
Тут о. Все чуть-чуть хитрее. О, то давай. Ты тут читаешь вот предыдущий момент, да, ты прочитал по поводу exchange. Угу. Тут все гораздо интереснее. Дело в том, что exchange, если его рассматривать как почтовик, сервис-менеджеру абсолютно все равно, что это там, exchange как, или не exchange. Угодно, да. Соединяется он с ним достаточно примитивно по SMTP и отправляет через него. Поэтому, в принципе, вы можете настроить и дроп-фолдер, и встроенный функционал там существует. Но тут самое интересное заключается в том, что вот эта вот вся схема, вы должны просто представить у себя в голове то, что речь идет здесь не только о configuration элементах, то есть элементах конфигурации, которые можно собирать, но и о рабочих элементах. И именно это тот пример, когда мы говорим про Exchange. Потому что Exchange Connector – это исторически такая интересная вещь. Трэвис Райт, один из авторов этого коннектора, бывший продукт-менеджер сервис-менеджера, как хорошо это получилось, он, соответственно, написал его в свободное, я так понимаю, от работы время, и достаточно длительное время, он еще для 10-й версии появился, он был неподдерживаемый. В чем заключается его функционал? Функционал следующий. Это еще один способ заведения инцидентов или чего угодно. Посредством электронных... Да. О, то есть как? Ты пишешь просто на определенный адрес письмо о том, что помогите, у меня ничего не работает. В ответ он это письмо получает Exchange, почтовый ящик определенный, и отправляет его, соответственно, в конечном итоге сервис-менеджер. Он синхронизируется с каким-то промежутком, с этим почтовым ящиком, и создает по этому событию инцидент по умолчанию. Значит, после того, как вы начинаете в рамках, опять же, сервис-менеджера, вы можете ответить на это письмо, используя дополнительные сторонние плагины. Соответственно, пользователь получит какой-то ответ. Ну, это весь процесс называется notification management. То есть вы будете уведомлять пользователя о каждом новом шаге прохождения его процесса. И в конечном итоге также по почте этот процесс может быть закрыт. То есть это вещь, которая очень важна в некоторых случаях. Но... Например, в процессе внедрения любого совершенно сервиса вы имеете пользователей. Да. Пользователи с веб-порталом, они достаточно редко будут дружить. Особенно, если мы говорим про какую-нибудь достаточно исторически сложившуюся организацию. Назовем это так. Окей. И в рамках этой исторически сложившейся организации всегда гораздо им проще будет написать письмо, нежели идти на какой-то портал. Ну, это такое, скажем так, в некоторых случаях это используется как переходный такой период. Поэтому речь идет здесь именно об этом. Да, что ж, я вот на самом деле, честно говоря, ну, в принципе, все логично и просто. Да. Но я вот почему-то Паску, ну, у меня не слишком много опыта работы, в отличие от некоторых сервис-менеджеров, но я вот не подумал про такой интересный механизм, а в принципе, да. А там гораздо больше, на самом деле, интересных механизмов. То есть, в принципе, сервис-менеджер, он может жить в некоторых случаях и без оркестратора, если вот так вот абстрагироваться. Потому что кроме перечисленных и нарисованных здесь коннекторов, существуют еще, скажем так, негласные. Ну, гипотетически, вы их хотели, которые сами написали, да, это с одной стороны. С другой стороны, допустим, есть CSV-коннектор, который позволяет тебе по расписанию, ну, это тоже внешняя, на самом деле, программа, но функционал распознавания и добавления либо конфигурационных элементов, либо рабочих элементов через CSV существует. Ну, допустим, мы реализовывали это в одной, ну, скажем так, английской, да, организации. Мы это делали для... синхронизации для заведения статуса сетевого оборудования в сервис-менеджер. То есть он каждый раз, там, условно говоря, раз в сутки выгружалась вот эта вся информация в CSV-шках и по определенному шаблону она затягивалась в сервис-менеджер. Да. Да. Ну да, ну и понятное дело, то, что мы говорили, да. Это warehouse, BI, аналитика, дэшборды, Excel. Ну, красивый нагляд. Из очень красивого, то, что все эти вещи вы точно так же можете, во-первых, засунуть на SharePoint портал, то есть вам здесь никто не помешает. Ну, в принципе, да, и так сервис-менеджер на базе SharePoint. Да, но если у вас, допустим, ну, сервис-менеджер не совсем, там просто он идет как апплик. Да. Да. Но давай мы не будем путать. Окей. Дело в том, что ты говоришь про совершенно разные механизмы. Data Warehouse – это совершенно иное. Self-Service портал – это тоже совершенно иное. Абсолютно. Из таких интересных моментов, просто если вдруг вас смутило там алаб кубы и анализы сервиса с BI, про который мы говорили, никто вам не мешает совершенно так же взять reporting services, reporting
репорт билдер и построить свой отчет, вот использовать, скажем так, проверенные олдскульные методы. Feel free. В принципе, да. Запросы к базе. Да, они, в общем-то, те же самые. Те же самые, да. TCP не меняется. Это точно. Так, ну что ж, с точки зрения автоматизации, наверное, у нас все. Я думаю, что, Дань, мы можем переключиться на твой ноутбук. В принципе, да, можем. Да. Мы чуть-чуть сейчас пройдемся, поговорим. Да. Коллеги, буквально на 1,5-2 минуты у нас пауза, пока мы переключаемся на Данин ноутбук, и мы вернемся очень скоро. Да.